Я думаю, что в сегодняшнем матче много у нас не получилось. Не знаю, с чем связано. Будем разбираться. Первый матч. Вполне возможно, ребята молодые, волновались, где-то перестраховывались во многих эпизодах. Но в целом, если говорить об игре, у нас много сегодня не получилось. Я думаю, что Волгарь заслуженно выиграл. И счет по игре